Подробности UA and Ірина Карпа представляют. Серія 6. Космогонія ватників. Чистилище. Сначала наш сталкер думав, що чистилище ватника – це обична хімчистка, куди жена во время ленінського суботника раз в году заносить його фуфайку. Но не тут-то було. «Я второе царство воспою, где души обретают очищенье и к вечному восходят бытию». Нихуя, Терекон. Чтоб попасть на Терекон, должен пропустить Катон. Офигенчики, я тоже поэтесса. Да, кстати, это тот самый вахтер, что в свое время Федорыча в свет широкий выпускал. Здорово, Виссарионыч. Ту заводскую проходную... Чтоб люди вывела меня. О, местная газета. Молдавия, Грузия, Украина подло напали на миролюбивую Россию и агрессии вынудили ее отнять Приднестровье, Южную Осетию, Абхазию, Крым и Донецк. Кто не согласен с этим утверждением независимой прессы, той на исправительном круге номер раз. Вот тут у нас в сети кого жабой задавило. Навальный вот и всякие разные тёлки. Путин, Путин, я тоже считаю, что Крым наш. А всяким різним тёлкам точно так же не спать, не высраться не давали другие красивые вещи. У соседской дуры губы больше, Бентли золочёней, леопард позабористей, муж потолще, да собачка поменьше. Тут у нас колбасятся всякие сериальные актёришки во главе с Поречниковым. При жизни как могли лизали жопу Богу Пум, но ничего не помогало. Вышли в тираж. И так разгневались, такие были заплакания от горестной потери популярности, что не видели, куда стреляют. Этих вот особенно жалко. О, жадины говядины. Коммунисты в нас застряли тоже в чистилище. На выборах укропских пролетели, что с ними делать? Ват не отправишь, потому что многое они для ватного мира сделали все-таки. Электрификация, репрессии укроповской интеллигенции, джинсы запретили. Но все-таки за многого не спитали в результате. Того в рай их ни один от этих лобистин не отмолит. Да и не верили они в опиум для народа. Слышь, ватный Данте, шо? Ты ж на выборы в парламент ДНР сходил? Ну, как же не сходить? И какова ж была истинна цель твоего прихода туда? Ну, как же, новая держава, Новороссия. Хуй-тосия! У всех голосующих, кто в очередях стоял, благородная цель была. Прикупить себе картошечки, брюковки, помидоров. Ну, все, что там в этот день по гривне продавали не больше 3 штук в одни руки. Да я... А ты пошел, бо думав, что там и путаны по гривне будут давать. Не больше, конечно, 3 раз, но на больше тебе и за месяц не хватило б, не випендрюйся. Так оця тераска номер 7, Моншер, ідеально є для тебе місце. Ну і, наконец-то, рай зі мною. Сюда у нас всі, хто отработав положені круги, попадає по гарячій путівці All Inclusive. Здесь почти так же хорошо, як у Турції чи в Єгипті, на котрі ми ватну убуваємо всю нашу земную жизнь. Після цього рая, звісно, є ще вищі сфери, но більшинству ані нафіг не нужны. Потому що тут для тих, хто бділ духовні скрепи православ'я, на кожній яблоні росте колбаса, а под каждой грушей отдается вечная девственница Алина Кабаева, мечта всех патничков. Реки здесь полны водки, ручьи свежего пива, в якому плескается вобла, а из невидимых динамиков игра шансон, услада ватной души. Не будь читателю меня преград, писать еще, я бы успел хоть мало питье, чу сладость вечно пить бы рад. Продолжение следует или to be continued.